Всем-всем-всем привет! Мы возвращаемся в наш город, город мечты, который мы строим. Теперь у нас не один, уже их два. Сейчас будем расстраиваться. Как видите, я распродал весь свой склад. Только увеличить его все никак не могу. Но в любом случае, берите вкусняшки, устраивайтесь поудобнее. Всем вам приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. Не забываем подписываться на канал и рекомендовать друзьям. А если хотите со мной в соцсетях подружиться, ссылочки будут в описании под видео. Нет, сейчас бессмысленно нам идти куда-то. Последний распродается уже. Давайте дальше строить, во-первых, и склад освобождать. Да что ж у меня прям все так сегодня хотите. Вот этих два домика отстроим. А, железо нужно. О, как раз восстановим вот это здание еще. И я возьму железо себе. Еще железо? Давай еще железо. Не-не-не-не. Дайте нам железо. Железо, железо, железо. О, складик уже освобождается. Очень хорошо. Ну, знаете, у меня больше суток заняла распродажа всех моих товаров на складе. По факту, может быть, они когда-то были бы нужны. Но на данный момент все-таки приоритетнее сейчас совсем другое. Так, одно наше здание построилось. О, и дождь пошел. Ну, денежек, как видите, у меня много, но я их сейчас тратить не собираюсь. Вот, совершенно не собираюсь. Почему? Ну, во-первых, тут же еще у нас и горный бизнес появился. Но мне нужно закупить, например, телефонные будки, которых у меня нету. Я сейчас хочу полностью расстроить все, что у меня есть. По возможности. Так, давай, давай, давай. Прям какое-то большое здание сейчас будет. Но эти все кнопки доктора Ву, это, конечно, тоже такое. И... скоро и елки нашей видно не будет. Отлично, здесь мы с вами построили. А чего у нас ничего нету? Очень интересно. Что здесь тебе надо? Угу. Отлично, здесь у меня прям... да не надо. Нужно... да вы серьезно? Блин. Это я переборщил. А что нам железо? О, вот оно, где тупо нужно железо. Пока настроится, я сейчас пластиком запасшусь. Где? Давай, давай, пластик. Вот ты мне сейчас сахар не нужен. Я даже не знаю, для чего я тебя уже когда-то готовил. Нет, спасибо. Вот сюда. Не кукуруза нам нужна. Нам нужно еще сделать рулеточки. Так, где... о! Соберем награду. Еще 30 баксов получили. И сразу давайте посмотрим. Здесь есть же супер-супер завод какой-то. Сколько он у нас стоит? Я уже не помню. 2000 баксов. Но мы близки к покупке его. Мы очень к его покупке близки. Но, знаете, мне чуть-чуть даже другое хочется. Не его. Где у нас тут медицина и все остальное здоровье? Усадьба Максис. 1000 баксов. А я ее, кстати, могу взять? Ну, знаете, я, наверное, ее сейчас возьму. Она же все идет, все вместе. И как скорая, и как полицейский, и как пожарный. Я же правильно понимаю? Ой, какая красотища. Ой, какая красотища. Она нам, кстати, бы очень нужна бы была. Давайте еще раз посмотрим. В полиции. Усадьба Максис. Величественная усадьба Максис действует как здание пожарной станции, полиции, больницы одновременно. Ее знаменитый обитатель Максис Мэн продает особые предметы доктора Ву. А тогда, раз такие расклады...
Давайте-ка. Я сейчас думаю, друзья. Как нам тебя выставить? Куда нам тебя поставить? Нам очень хорошо бы было куда-то тебя вот сюда. Ну, вообще-то вот сюда бы, наверное. Но, кстати сказать, тут один райончик у нас только не затронут будет. Отлично. Это то есть я у него сейчас куплю за это где? Хорошо, ладно. Ага, то есть пока это нет. Ладно, ладно. У нас получается здесь какой-то маленький райончик, который не задействован. Игорный бизнес? Не, спасибо. Сейчас нам точно не до игорного бизнеса. Тебе что еще? Ух ты, нам нужны семечки и железо. Семечки и железо. Где нам взять семечки? Интересный вопрос. А правда, где мне семечки взять? Нет, спасибо, я что-то подзабыл. Вот здесь семечки. И вот сюда мы тогда можем... А мы что, сюда ускорение? О, да, давайте посмотрю. Нам по факту еще... А, наверное, больше не нужна пластмасса. Наверное, пластмасса нам больше не нужна. Нам больше нужны семечки в любом случае. А что, ускорить я это никак не могу? Нам нужны семечки в большом количестве, помимо семечек. О, вот это давайте восстановим. Здание. Восстановили. И нам еще нужно кукурузу. Один у нас кукуруза. А чтобы кукурузу, нам нужно минерал и семечки. Минералы и семечки. Окей. Так. Отлично. Новое здание мы здесь отстраиваем. Нет, я сейчас ничего не буду покупать. Я, во-первых, хотел бы вот здесь территорию расширить, но у меня совершенно этих ресурсов нету. Вот просто совершенно нету. Отлично. Давайте мы быстренько забежим и посмотрим, что у нас здесь продается. Из того, что есть ли то, что мне очень нужно. Пока нету ничего. Даже семечек нету. Это очень плохо. Это очень плохо. А тебе здесь что нужно? Угу, в большом количестве железа. Это мы можем сделать. Это мы можем сделать. Тебе кукуруза. Тебе что, тоже железо? Цемент. А куда мне цемент подевался? Ну, здесь и будка еще одна нужна. Ну, здесь все такие уже здания получаются. Ну, ладненько. Ладненько, уговорили меня пока не делать ничего. Ку-ку-ку. Но вот тебя я могу сейчас сделать, в принципе. 7 штук. 7 это, в принципе, не так уж и много. А тебе что? А я все арбузы распродал. Замечательно. Я все арбузы распродал. Что тут так долго строится, мне интересно. Это у нас здесь фронт... Нет, английский, наверное, квартал. Вот это вот. Или французский. А мы сейчас по этим посмотрим. Чайник. Да, английский квартал. Ой, какая красота, друзья! Какая красотища! Красотища, реальная красотища. По всем показателям у нас все хорошо. Единственное, надо сейчас быстренько дороги проверить. Нет здесь нигде ничего. О, есть! Давайте улучшим. Все, во все остальном у нас все хорошо. Отлично, просто замечательно.
Замочек выпал, который нахрен мне не нужен, собственно. И мы сразу же сюда отправляем еще в большом количестве. Окей. Все в большом количестве, а мне еще одного не хватает. Мы тогда можем сейчас по торговым, мировые торговые операции зайти и поискать, есть ли что-то нам такое нужное. Пока ничего. Пока ничего такого интересного. Кукуруза 4 нам. А где кукуруза у нас? Это где у нас семечки? 16 минут. О, посмотрим как раз. Но благодаря рекламе все очень ускоряется. Это бесспорно. Это бесспорно очень круто. Кукуруза. Надо теперь посмотреть, где эта кукуруза нам нужна. Так, я понял, что тебе надо. Цемент. Ладно. Но где же кукуруза нужна была? Вот здесь. Ну, она не сильно прям уж и нужна. Давайте так скажем. Пока я не... Да зачем мне это нужно? Пока я не закуплюсь, стекло теперь нужно. Зашибись. Зашибись. А тебе что? Арбуз. Ну, арбуз, бог с тобой. А вот стекло... Где у нас стекло производится? Угу, вот здесь. Ну, произошел небольшой сбой. У меня вырубила запись. Собственно, как всегда, все легко не бывает. Смотрим. Ладно, дальше. Придется все это склеивать. Ну, ничего страшного. Смотрим, что здесь у нас за здание будет. Ну, такое маленькое. Посмотрим, что у нас на рынке продается. Есть ли что-то интересное? Ничего. Хорошо. Кстати, а мы запустили кукурузу делать? Да, кукурузу мы запустили. Замечательно. Значит, у нас здесь все... О, и тебя мы теперь можем. Отлично. Склады разгружаются. Это самое главное. Арбузика нету, но я думаю, что я его где-нибудь да поймаю. Так. Давай, 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 стройся. И мы тогда с вами отправимся в наш второй город. Наконец-то мы там построим дома. Усадьба Максис у нас здесь вообще как-то отдельно находится. Что тут? Ну, все, в принципе, стандартно и красиво. Пойдемте еще раз на рынок. Из таких необходимых материалов. Пока ничего интересного. Ну, что это было? Ага, ну погнали в наш второй город. Что вам здесь? Куда меня занесло? Вот куда меня занесло? Ой, беда, тоска. Ой, беда, тоска, друзья. Не нужно мне это сейчас. Вот реально мне это сейчас... Кстати, может быть и нужно. Это я вот сюда ж нажал, получается. Выполните, запустите, расширьте границы города, поставки Париж, заработайте, используйте, модернизируйте жилое здание, улучшите... Ну, давайте посмотрим, выполнится это сейчас. Кактусы 8 миллионов используются в качестве валюты только на территории кактусового каньона. Вы можете зарабатывать их при улучшении зданий в данном регионе и потратить на развитие местных служб. Ну, замечательно. А вот теперь давайте посмотрим, могу ли я это забрать. Получилось? Получилось модернизировать здание. Отлично. Заполните ряды в центре экспорта. Запустите, расширьте, произведите, заработайте, улучшите. Заработайте очки для проектов. Ну, в принципе, все. Так, хорошо. Тебе что нужно? Еще одна нужна. Хоть посмотрим, какие здесь дома. Ты у нас производишь масло.
Ну, пока ничего особенного. Обычные домики. И я могу построить еще один, правильно? Чуть-чуть он будет вне контекста, так сказать. Как раз два нужно. Замечательно. Ой, как замечательно. Четыре домика у нас здесь есть. Мы с вами решили, что вокруг, так как изначально просили много дорог. А я это, кстати, сейчас посмотрю. Ну-ка, что нам собрались тут дать? Хорошо. Только они нафиг не нужны. А что, нужна вода? Нам вам нужна вода? Это прямо очень интересно. Выстраиваем тогда дорогу по прямой. И у нас где-то будет здесь должен быть прям отдельно все вот это. Вода и все остальное. Я думаю, вам нужно построить воду. 15 тысяч. Но нет дороги. Да это понятное дело, что нет дороги. Строим. Сейчас мы вам построим дорогу. Все? Вы довольны? Тебе что нужно? Рулетка и... Окей. Все. Давайте посмотрим. Но мы это все собирать не будем. Нам нужна рулетка еще. Поэтому возвращаемся в наш основной город. Ой, блин, в основной город. Нашу столицу. Фу. И рулеточку, да, запускаем. Запускаем рулетку. Семечки. Что вам здесь нужно? Ага, здесь все по стандарту. Смотрим, смотрим. Нет, спасибо. Отправляемся в мировые торговые операции. Ищем, что нам закупить. Что нам закупить надо? Вот это. Вот это нам надо срочно купить. Только не говорите, что... Отлично. Возвращаемся. Нам нужно расширить границы города, вы говорили. Там по заданию, да? Окей, сейчас мы это сделаем. Так, а тебе здесь что нужно? Ну ладно, ну ладно. Это пока не интересно. Где тут расширьте границы города? Окей. Погнали. Расширить. Все, задание должно быть выполнено. Нет? Нет? Вот зараза. Но, по крайней мере, я хоть зачистил свой еще меньше склад. Подуменьшил. Да, подуменьшил. Замечательно. Смотрим, что мы еще сейчас можем купить. Мы ждем рулетку, в первую очередь. Рулетку, 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 рулетку. Ну ничего интересного. Прям ничего такого интересного нету. О, рулетка. Значит, мы можем возвращаться в наш второй город. Сейчас он что-нибудь нам придумает. О, этот появился. Тебе что, гвозди да молотки? Ну, этого добра у меня нету. А вот это мы сейчас сделаем. А вам помимо воды больше ничего не нужно? Ну хорошо. Раз пока вам больше здесь ничего не нужно, воды у вас должно быть здесь очень много. Будем по мере необходимости. По мере необходимости. Ну, я больше не смогу купить, знаете, как бы усадьбу Максис. Тем более цена уже 2000 будет. Ну уж, простите. Значит, что у нас здесь? Ничего интересного. И здесь у нас тоже ничего интересного. Возвращаемся на нашу основную локацию. Мы могли, в принципе, и здесь
Походить, полазить, поискать по магазину. Но усадьба Максис, конечно, дело очень интересное. Главное, чтобы было по у вас 1000 баксов. А эти 1000 баксов очень долго собирал. Очень долго собирал. С самой первой серии. Но у нас сегодня больше вот такого плана. Ну ничего здесь нет. Ну ничего здесь интересного нет. Фух-ху-хух. Ну слава богу. Склады мы разгрузили. Теперь я буду дальше собирать и фармить. А на сегодня я с вами прощаюсь, друзья. Не грустите, не болейте. И до новых встреч. Всем пока-пока.